Скажите, каким образом ваша машина задела пожарный кран? Открой кассу! Не стреляй! А ну, живее, открой! О, банда! И сейчас тоже! Живее, живее! Давайте, давайте! Это 37-я. Стреляли 5 раз. Нужна помощь. 418, западная 5-я. Детектив Мэлоун! Вы живы? Все. Сюда! Отойдите! Все назад! Все назад! Давай, давай! Мне это ни к чему! Мне заморозки не... О! Быстро руки на асфальт! Ох, быстро руки на асфальт! А тут нет асфальта! Ну тогда быстро руки на лапшу. Давай руки на лапшу. С курой или с говядиной? С курой. Порядок. Порядок нужен. Погоди-ка. Майлз? Тали? Тали? Что ты тут делаешь? Почему что я тут делаю? Что ты тут делаешь? Я работаю, ядрёна вошь. Детектив Мэлоун! Что? Я вхожу! Убери пушку! Пушку убери! Детектив Мэлоун, где вы? Вали через черный ход, вали через черный ход. Вали через черный ход, давай! Детектив, где же вы? Сделай два шага назад! Ты мне? Да ты что? Давай! Давай, уходи! Стойте! Отставь огонь! Ты цел? Да! Послушай, это тупик, ясно? Ну и что? Он здесь! Он там за баками. Он в панике, сэр, и вооружен. Пригнись! Козлы! Группу захвата сюда. Есть, сэр! Снайперы запросто снимут его. Да. Нет! Не надо снайперов! Почему не надо? Майл! Что ты тут делаешь? С кем он говорит? Не представляю. Он обкуренный. У него глюки, он накурился дури. Накурился. Бросай оружие и выходи давай! Подержи. Ладно. Что вы делаете? Вы что, рехнулись? Что тебе надо, Майлз? Хочу поговорить, пока никто не пострадал. Уйди! Сэр, сложите, пожалуйста, оружие. Сынок, выходи. Заткнись! Мне больно. Заткнись! Видеть, как талантливый юноша пропадает. Ты ведь умный парень. Я выйду сейчас. Спокойно, слушай меня. Значит так, черт возьми, что ты делаешь? Что же ты делаешь, Тали? Из-за тебя я угодил в заварушку, а ведь сколько раз я говорил? Много раз говорил, плюнь на сейф. Можно грести деньги прямиком из кассы. Вошел и вышел. Он его заслонил, мне не попасть никак. Да, и мне. И вообще, с чего тебя понесло грабить частников? Слушай, ты же у нас шофер. У тебя ценные навыки. Ты мог бы просто рулить, заниматься своим делом и все. Но меня приперло. Мне деньги позарез нужны. Какого дьявола мы говорим шепотом? Вернись, ниггер! Я все вижу! О чем они говорят? Не представляю. Слушай, Тали, у меня тут дело, а ты чуть все не сорвал мне. Прости, Майлз, я облажался. Ладно, это ничего, не страшно. Слушай, я на тебя не сержусь. Правда не сержусь? Но ты отдаешь мне пушку, и я тебя арестую. Нет. Ну давай, послушай. Я отвалю 10 кусков. Ты мне можешь доверять. Я бы хотел бы 50. Ну какие 50? Ну нет, ты взорвался, парень. Ну ладно, 20 идет, и ты проведешь одну ночку в тюрьме. Большего я предложить не могу. Никак не могу. Договорились. Но пушка останется при мне.